Добрый день, уважаемые слушатели! Темой нашей сегодняшней лекции станут социальные сети для ученых как инструмент научной коммуникации. Научная социальная сеть – это платформа, онлайн-сервис или сайт, применяющийся для отражения и организации социальных взаимодействий. В современном информационном мире, когда объем информации настолько велик, что самостоятельно в нем ориентироваться становится достаточно сложно, появляется необходимость в ресурсах, позволяющих целенаправленно отслеживать информацию по интересующей теме. И решать эту проблему во многом помогает такое явление, уже достаточно прочно закрепившееся в нашем мире, как социальная сеть. В нашей ситуации это научная социальная сеть. Академические и социальные медиа дают возможность пользователям размещать не только уже опубликованные в научной периодике статьи, делая их открытыми для всех заинтересованных, но и предоставлять результаты исследований, которые не могут быть отражены традиционными издательскими системами. Отклоненные редакции, рукописи, доклады, презентации, черновики, главы диссертаций и препринты. Иначе говоря, социальные сети являются виртуальной площадкой для научной кухни, которая до сих пор скрывалась за публикацией и способствует переводу внимания на институционально невидимые прежде практики производства научного знания. Классификация научных сетей достаточно проста. Сегодня существует два вида научных социальных сетей. Делятся они в зависимости от поставленных разработчиками задач или уровня их развития. Первый вид – это форумы, в которых существует классификатор, в рамках которого участники создают темы и обмениваются мнениями в формате коротких сообщений. И второй – это агрегаторы научных блогов, которые собирают и индексируют информацию из научных и околонаучных источников и предоставляют ее в ответ на поисковый запрос. Мы с вами особое внимание уделим первому виду социальных сетей, поскольку они самые распространенные и самые востребованные среди специалистов, занимающихся научной деятельностью. Итак, первая научная социальная сеть в переводе на русский так и звучит – научные работники. Это научная социальная сеть для ученых, аспирантов и студентов. Основная цель этого проекта – создать современную информационную среду для ученых. Основной базой сети являются научно-исследовательские работы, проведенные в России. Соответственно, они русскоязычные. И, может быть, невладение иностранными языками здесь не станет проблемой. Мы сегодня уделим больше внимания тому виду социальных сетей, которая позволяет создавать тематические сообщества, публиковать собственные статьи и взаимодействовать с коллегами. Первая из них так и называется в переводе на русский язык «научные люди». Мы видим сверху небольшое меню. Выглядит она, в принципе, как любая другая классическая социальная сеть. Есть возможность просмотреть свой профиль, группы, события, то есть отмечать какие-то моменты, создавать свою библиотеку, выгружая собственные публикации. Есть возможность посмотреть коллег и ученых, есть возможность посмотреть, собственно, особенности сообщества, которое публикует как научные журналы, так и события, и возможность подключиться к каким-либо видам групп, которые существуют на этом сайте. Если мы будем смотреть главную страницу, ленту новостей, так называемую, то мы увидим новости научных журналов, увидим новости научного сообщества и возможность доступа к научной библиотеке. Здесь все статьи разделены по темам. Если мы откроем любую тему, то у нас есть возможность посмотреть публикации, статьи, монографии, опубликованные авторами в социальной сети, и у нас есть возможность ознакомиться с описанием, ознакомиться с полным текстом и оставить автору какой-то отзыв либо комментарий на его работу. Если мы хотим посмотреть группы, которые существуют в этой социальной сети, то здесь тоже достаточно большое количество групп, они делятся на дискуссионные, исследовательские, официальные. И здесь мы видим количество обсуждений, количество участников и краткую информацию о каждой группе. И имеем возможность подключиться и принять участие в обсуждении любой группы. Социальная сеть достаточно проста в использовании и позволяет достаточно просто налаживать контакты с исследователями. В основном, конечно, это российское пространство, русскоязычное, так скажем, пространство. И есть возможность наладить контакты и обмениваться информацией с авторами по вашей теме, либо по близкой теме, интересной вам. Следующая социальная сеть – это Академия.
Академия существует с 2008 года и на данный момент является самой популярной среди существующих научных социальных сетей. Своей миссией, так же как и другие социальные сети, они определяют создание открытого научного пространства, в котором есть возможность публиковать и использовать статьи по праву открытой науки, то есть без цензуры и без ограничений. Если мы регистрируем свой профиль, регистрация достаточно простая, то у нас есть возможность, во-первых, пользоваться всеми возможностями личного кабинета, и точно так же, как и в любой социальной сети, есть доступ к ленте новостей. В этой ситуации у нас публикуются только те записи, которые рекомендуются вам по итогам тех тем, которые вы заполнили в анкете. Есть возможность скачивать статьи, видите, есть ссылочка «Скачать PDF», есть возможность описать комментарий автору, есть возможность отметить для себя эту статью, если она вам нужна, так сказать, в другое время, либо вы просто ее заметили и потом хотите к ней вернуться. Достаточно большое количество авторов вообще и достаточно большое количество публикаций. К примеру, если вы работаете со своим личным кабинетом, то есть, во-первых, возможность посмотреть своих подписчиков и подписки. Ну, видите, да, что у меня этих подписок нет. Есть возможность посмотреть то, что сеть предлагает для вас. То есть это те авторы, которых я сохраняла в своей библиотеке, либо те авторы, которые ставили для себя те же интересы, что и я ставила, когда проходила регистрацию. Я могу посмотреть, здесь есть Истамбульский университет, и Берлинский, и Европейский университет в Санкт-Петербурге. Я могу связаться с этими коллегами, попросить, может быть, какие-то их публикации, либо их комментарии к своим работам. У меня был такой опыт. Я во время написания кандидатской диссертации связывалась с исследовательницей из Оксфорда, просила полный текст ее публикации. Полный текст получить удалось, и, собственно, исследование состоялось. Есть возможность как работать вот просто с лентой новостей, так и отслеживать упоминания. Сейчас сеть предлагает премиальный доступ, который позволяет видеть большее количество упоминаний ваших и проводить аналитические исследования, именно связанные с вашими статьями. Это тоже вот именно посещение профиля, ваше влияние, может быть, резюме и возможность поиска каких-то более удачных контактов в научном сообществе. Есть возможность загрузить свою статью, то есть вы выбираете файл, описываете его, и он становится доступен для пользователей социальной сети. Вы можете сохранять издание в свою библиотеку. Сейчас я покажу. Вот у меня сохранена одна статья, к которой я хочу потом вернуться, когда буду заниматься поподробнее исследованием. И есть возможность написать другим авторам, если вас эти авторы заинтересуют. Эта функция называется «Мои сообщения». Вы можете отправить свое сообщение, либо если вам кто-то из авторов, кто увидит вас в этой социальной сети, напишет сообщение, то его будет видно конкретно вот в этой вкладке. Социальная сеть достаточно удобная. Интерфейс англоязычный, но здесь есть возможность, ну, переводить, собственно, чем я и пользуюсь. Достаточно удобно, никаких проблем в этой ситуации не возникает. Следующая социальная сеть. Она достаточно своеобразная, и в классическое понятие социальной сети она не укладывается. Когда-то это был сайт издательства Frontiers, и в какой-то момент редакторы решили выкупить другую социальную сеть, объединить, и вот получился достаточно удачный проект. На данный момент издательство является третьим по цитируемости издательства и крупнейшим, то есть входит в шестерку крупнейших издательств. Если мы хотим посмотреть миссию, своей миссией они также определяют открытую науку и возможность научных достижений в повседневную жизнь. Если мы хотим посмотреть поподробнее информацию о самом издательстве, то здесь все это есть. И вот миссия, ценности, история. Если мы хотим посмотреть журналы, которые доступны на этом сайте, то здесь у нас 224 журнала по достаточно большому количеству тем. Они разделены
Мы можем посмотреть разделы, статьи и рейтинг каждого журнала. Но если нас интересуют статьи, то есть возможность провести поиск конкретно по статьям, а не по журналам. Здесь статьи делятся на три таких основных раздела. Последние публикации, то есть публикации вот буквально сегодня, наиболее просматриваемые, либо наиболее цитируемые. Либо можно провести поиск, если вы знаете какой-то, может быть, ключевые слова, запрос у вас уже сформирован. Если же мы говорим о социальной сети и налаживании контактов именно с исследователями, то есть такой раздел, который у них называется «Мои границы». Вот, мы видим собственный личный кабинет. Здесь есть почтовый ящик для связи с исследователями, и я могу писать с этого почтового ящика вопросы другим исследователям, либо получать запросы от них на этот почтовый ящик. Здесь есть возможность предоставить свою статью на рассмотрение, так сказать, на конструктивную, прозрачную и быструю экспертную оценку. Необходимо подробное описание статьи, то есть вы выбираете журнал, в который хотите подать, пишите тип статьи, прикрепляете рукопись, дальше по достаточно подробной анкете заполняете все данные и отправляете на рассмотрение. Здесь же можно посмотреть темы исследований. Фактически это своеобразные блоги, в которых есть возможность как просто выступить, может быть, исследователем, либо выступить критиком, так и подключиться к этому исследованию. Например, если написано «подача открыта», значит, мы имеем еще возможность подключиться как участник к конкретному исследованию. Здесь есть вот возможность принять участие в этой теме, либо представить статью на рассмотрение. И есть краткое описание самой темы, до какого момента они принимают статьи, принимают участников. И есть редакторы тем, то есть есть возможность посмотреть, кто конкретно из ученых занимается этой темой, ее разработкой, и, возможно, связаться, наладить какие-то контакты. Социальная сеть не выглядит как классическая социальная сеть, но, в принципе, всем требованиям именно формирования контактов в научном сообществе она отвечает. Достаточно удобно по использованию и тоже может помочь в реализации каких-то научных идей и задумок. И завершает сегодня наш рассказ такая социальная сеть, как ResearchGate. Эта социальная сеть укладывается в понимание классической социальной сети. Своей миссией также они ставят именно формирование открытой науки. Соответственно, здесь тоже у нас есть возможность скачивать полные тексты статей, которые авторы решили предоставить в открытый доступ. То есть, если вы ее выгружаете, соответственно, социальная сеть предоставляет возможность другим пользователям ее скачивать. У нас есть возможность пользоваться новостной лентой, которая предоставляет нам рекомендованные, опять же, исследования именно по тем научным интересам, которые я указывала при регистрации. Мы можем видеть здесь публикации, можем как скачать просто статью и познакомиться с ней, так и оставить, может быть, свою какую-то рекомендацию автору, может быть, задать вопросы, если нас что-то заинтересует. Есть возможность искать именно вопросы, либо задавать вопросы на обсуждение. Сеть предлагает задать коллегам технические вопросы, либо начать какое-то конкретное обсуждение. Сеть предлагает нам вот вопросы, они думают, что я способна на них ответить, либо мне будет интересно на них, так сказать, подключиться к их изучению. Мы видим вопрос, мы видим теги своеобразные, которые позволяют нам проводить поиск и сразу понимать, о чем идет речь. Там есть возможность ответить, либо поделиться этим вопросом, либо отметить его себе как интересный и следить за дискуссией, которая будет возникать вокруг этого вопроса. Вопросов достаточно много, и, в принципе, появляются они практически постоянно. Есть возможность искать вакансии по региону, либо по области исследования, либо просто через общую поисковую строку. Если мы посмотрим, какие вакансии есть, то есть, опять же, предлагаются вакансии, которые могут меня заинтересовать на основании тех научных интересов, которые я указывала при регистрации к
например, да, история России. То есть я указала, что меня интересует история России, соответственно, он мне показывает именно те вакансии, связанные с изучением истории России в разных университетах, которые опубликованы в социальной сети. Есть возможность проводить поиск исследований журналов, людей и статей. К примеру, если я, опять же, как историк, ищу историю на русском языке, то есть возможность найти большое количество публикаций именно русскоязычных исследований, посвященных, ну, тут достаточно широкий запрос, поэтому слишком большое количество слишком разных вариантов, но, в принципе, если вы конкретизируете запрос, то у вас будет возможность познакомиться именно с теми исследованиями, которые вам интересны. Опять же, да, мы видим, что есть возможность скачать полный текст, есть возможность запросить у авторов полный текст. Если они решат, что вы заинтересованы в их продвижении их исследования, они вам его предоставят. Есть возможность также переписываться с коллегами, то есть вы пишете в входящем ящике сообщения коллегам, отправляете, либо если коллеги напишут вам, то ваши сообщения будут вот в этом почтовом ящике. Научные социальные сети, наряду с базами данных научных публикаций, материалами семинаров, конференций, являются важнейшим источником информации для определения прорывных направлений развития науки, техники, и выполняют функцию источника информации. Социальные сети являются средством коммуникации между учеными и распространения научной информации. В каждой области науки всегда существовали признанные лидеры, к мнению которых прислушивалось научное сообщество. Сегодня с появлением научных социальных сетей стало возможным сократить время на анализ публикаций и обеспечить прямое общение и обсуждение вопросов с такими лидерами мнений. Список литературы по развитию и формированию такого явления, как научная социальная сеть, включает в себя самые, наверное, интересные последние исследования. Если интересно, обязательно знакомьтесь с теорией. Спасибо за внимание.